Очередная смена творческих каникул подошла к концу. В Центре развития и досуга «Элит» прошел отчетный творческий концерт юных артистов. На месте событий побывала наша съемочная группа. Василий Хатанзейский продолжит тему. Танцами, песнями и показательными выступлениями на пилоне в Центре развития и досуга «Элит» прошел для родителей отчетный концерт воспитанников, посещающих летний лагерь. Сегодня у нас состоялся отчетный концерт, мини-отчетный концерт для родителей, которые отдали своих детей на летние танцевальные сборы в наш центр. Непосредственно 3 недели прошло, и мы отчитываемся за то, что, чем мы были заняты здесь с детьми. А что было вообще на протяжении лагеря? Ну, вообще, если кратко, то мы каждый день ежедневно встречали детей, проводили разминку, проводили линейку, общий сбор, распределяли, кто чем будет заниматься. Потом начинали мастер-классы, обеденный перерыв. Мастер-классы подразумевают, что по танцам, по кулинарии, по декоративно-прикладному искусству, по актерскому мастерству. Ежегодно в арт-пространстве центра проходит летний лагерь, где подрастающее поколение прокачивает свои навыки в творческих направлениях. Под чутким руководством вожатых ребята на протяжении 3 недель ежедневно посещали различные мастер-классы. Для вожатых работа с юными артистами – это также приобретение новых навыков и опыта. Благодаря тому, что начинающие преподаватели разрабатывали самостоятельно все мастер-классы, они повысили свои компетенции в работе с детьми. Сначала дети делали разминку, они знакомились со всеми, потом были мастер-классы по танцам. Затем мы сами проводили развлекательные часы с вожатыми и проводили мастер-классы на разные направления. Например, делали маски, банданы и многое другое. На протяжении 3 недель летний творческий лагерь посещали более 20 детей. За этот период некоторые ребята проявили себя максимально активно и стали лучшими воспитанниками первой смены. Мы проходили разные квесты, участвовали в всяких викторинах, танцевали и тому подобное. А что-то нового для себя узнала? Да, мы выучили много направлений танцев, узнали историю праздников. И, в общем, очень хорошо отдохнули. У выпускников творческих каникул остались самые лучшие воспоминания о лагере, и ребятам даже грустно расставаться. Да, мне понравилось. Мы танцевали разные виды танцев, мастер-классы были. Ну а лагерь продолжает свою работу дальше и уже готовится к новой творческой смене. Подробную информацию о дальнейшей работе лагеря можно узнать на официальной страничке Центра «Элит» в социальной сети ВКонтакте. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север».